В Берлине началась встреча глав МИД стран Нормандской четверки. Основной вопрос для обсуждения – местные выборы. Кроме того, затронут тему предоставления региону особого статуса. Накануне уже состоялась подготовительная встреча на уровне заместителей. На этот раз министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер рассчитывает на серьезный прогресс в реализации минских договоренностей. На данный момент глава немецкого МИД называет ситуацию отличной от той, что была еще несколько месяцев назад. Напомним, в Нормандскую четверку входят Россия, Украина, Германия и Франция.